يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي ماي براتي Сегодня хочу рассказать о словах Аллаха, которые Он сказал, которые Он сказал в Сурат амфаль в Суре Трофеи. Аллах в этом аяте обращается к верующим, будь это мужчина или женщина, не имеет значения. Напрямую Аллах, Господь небес и земли, свыше семи небес, обращается к верующим со словами «Я, айюхаллавина, аману, Истаджибу лиллахи да ва лиррасули, ида даакум лима юхийкум. Ва аламу анна Аллаха яхулу байна и ва калби. Ва аннаху илейхи тухшарун. О те, которые уверовали, отвечайте Аллаху и посланнику, когда он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь. Знайте, что Аллах между человеком и его сердцем, то есть может помешать человеку добиться того, что он желает, и что вы будете собраны к нему. Всевышний Аллах повелел верующим рабам выполнять требования правой веры и отвечать на зов Аллаха и Его посланника, да благословит Его Аллах и приветствует. Он разъяснил, что предписание содержит в себе предписание Аллаха, Писание этой религии содержит в себе большую мудрость и приносит пользу, поскольку человеческая душа обретает жизнь только тогда, когда она следует за правой верой, когда душа отвечает на зов Аллаха и на, и на зов посланника саля Аллаху. Реально, братья, душа голодает, как голодает тело человека, как физический человек голодает человек также может чувствовать голод духовный. А порой этот духовный голод, она может быть более опаснее, и может больше поразить человека, чем физический голод. Физический голод, то максимум, что может сделать, это лишить человека жизни. А духовный голод, если не утолить его, он разрушает и жизнь человека, и загробную жизнь человека. Наши души обретают жизнь. Наше общество обретает жизнь. Тогда, когда люди начнут отвечать Аллаху и Его посланник. Почему Аллах же, Он наш Творец. Аллах, Субхану Атал, который создал нас, Он лучше знает нашу натуру, чем мы сами. И Он сделал такие предписания, не спасло к нам такие предписания, приказал нам то и запретил нам то, что сделает наша жизнь счастливой в этой жизни, в этом мире. Это на самом деле счастье, просто э, естество у нас чуть-чуть поменялось, фитра, которую Аллах создал, у нас чуть-чуть поменялось. И мы по-другому смотрим на мир. На самом деле это непонимание, это непонимание самого себя, это непонимание, к чему стремится твоя душа. Душа на самом деле человека, тело, она стремится к Богу, к, к духовному миру, она больше тянет, душа человека. Но недопонимание, недопонимание, когда человек полностью не понимает свою душу, он начинает удовлетворять эти свои потребности запретным путем. И человек в итоге лишается духовной жизни мертвое бывает у человека сердце. Хоть он физически живой, его сердце бывает мертвым. Посланник Аллаха, Аллаху алейху привел пример, уподобил того человека, который вспоминает, поминает Аллаха живым человеком, а который не поминает с мертвым человеком. И это беды, которые сегодня, беды, которые сегодня к нам приходят с, с разных сторон. Пусть Аллах Субхану Аллах, избавит мусульманскую умму от всяких потрясений, страхов, бедствий. Вы думаете, откуда они приходят? Это же наши руки делают, братья мои и сестры. Это же мы причины этому всему. Мы ушли, отошли от Аллаха Субхану Ватал. А что мы хотим? Когда мы предали Аллаха, предали Аллаха забвению, а что мы еще ждем

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم يسل بجيت لسليني أوفيروا لبو إبلي بقبايزن ما ما يسكوبي لبو إخ بلخيد يعني ما برستي لبو إيم استرلي بو إخ بلخيد يعني سказал الله سبحانه وتعالى الله и его посланник что хочу сказать призывают нас к тому что дарует нам жизнь да может быть когда человек приходит в начале может быть чуть-чуть тяжко для него будет шайтан будет ему мешать делать те или, или иные предписания Аллаха. Валлахи, биллахи, таллахи, братья мусульмане. Ничего не сравнится с тем, что человек чувствует в сердце, сладости, со сладости имана, ничего в этом жизни не сравнится. Поэтому сказал им Тайми, если бы правители знали, что у нас в сердцах, какая, какое спокойствие у нас в сердцах, настолько мы спокойно себя чувствуем, уверенным в завтрашнем дне, они бы войной отобрали у нас это сердце, это спокойствие в сердцах. У Аллаха еще раз клянусь, братья, не будет у нас спокойствия в этой жизни, пока мы не вернемся к Аллаху. Как бы мы ни жили, пусть живите где хотите, одевайте то, что хотите, катайтесь на каких, в каких машинах хотите, кушайте где хотите. Всегда будет что-то не хватать в душе. Это иман, это иман. И дальше Аллах говорит, знайте, что Аллах между человеком и его сердцем, то есть может помешать человеку добиться того, что он желает. То есть Аллах, Субхану Аллах, предостерегает своих рабов от ослушания Аллаху и его посланнику, сообщив о том, что он властен, Аллах властен разорвать связь человека с его собственной душой. Пусть же люди остерегаются отвергать его повеление, когда они узнают о них первый раз. Аллах дает каждому человеку понять, где истина, а где ложь. И дал выбор каждому человеку, дал разум. Человек сам выбирает себе дорогу, братья. Аллах никого не заставляет. Аллах дает каждому выбор. И когда человек, зная, никогда уже не следует, не выбирает, Качественное наказание уже Аллах может стать между человеком и собственной душой, как бы это было с фараоном, когда он уже захочет вернуться к Аллаху. Сердца людей могут прийти в замешательство, поскольку Аллах способен нарушить связь человека с его собственной душой. Аллах субханаувати направляет души своих рабов туда, куда желает. И пусть люди почаще повторяют молитву. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك تويست او боже ворочающие сердца ворочающие сердцами укрепи моё сердце на пути твоей религии о боже направляющие сердца направь моё сердце на путь повиновения тебе приводите несколько хадисов от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям которые соответствуют этому аяту Имам Ахмад передает от Анас ибн Малика, ради Аллаху Ану, что посланник Аллаха, саллиллаху алейху салям, часто говорил, «Я мукаллиб аль-кулюб, фаббит аля «О, переворачивающие сердца, укрепи мое сердце на твоей религии». Мы однажды спросили, «О, посланник Аллаха, мы уверовали в тебя и в то, что, и в то чем, с чем ты пришел. Разве ты боишься за нас?» Сподвижники спрашивают у посланника, он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Да, поистине сердца между двумя пальцами Всевышнего Аллаха и он переворачивает их». Это хадис передает Тирмиди и сказал, что это хадис хороший. В общем, подытожив то, что я сказал, Аллах в этом аяте призывает отвечать на зов Аллаха и его посланника, выполнять то, что они приказали, оставляя то, что они Запретили, а это дарует нам жизнь, счастье в этом мире, барака в этом мире. И когда человек, зная истинно, когда Он упорствует в своем, может быть так, что Аллах станет между человеком и Его собственной душой, Он может привести сердце человека в замечательство и, и не даст ему возможность покаяться и чтобы он умер в этом положении. О, Аллах, смягчи наши сердца, сердца мусульман, чтобы они приняли истину, чтобы им, чтобы им легко было, было принять истину. Вассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатух.